Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Вроде я более-менее в том же месте, где я и закончил. Потому что почему-то игра... Оказывается, есть стойкое подозрение о том, что, дескать, игра... А, ну да, я же здесь двигал уже эти штуки. Окей, тогда не вполне. Не вполне в том же месте, где я закончил. Почти что. Короче, есть стойкое подозрение, что игра... Где-то у нее сейвы должны быть еще отдельно. Ну, как это в консольче необычно вводится. Hear ye, hear ye. This is Radio Free Abbott. The inmates are running the show now, suckers. This here's MC. Короче, потому что чекпоинтов мало. То есть, когда я загрузил заново игру, она мне сказала, дескать, что... Ну, только new game, парниша. Давай, до свидания. Продолжить старую игру она мне не дала. То есть подозреваю, что, соответственно, подразумеваю, что где-то можно сохраниться. Ну, специфически. Только где и как? Да, это я уже сделал, все. Ну ладно, сделаю еще раз. Давай, до свидания. Я решил не переигрывать то, что я уже... Ну, результаты, да, моего прогресса. Хотя я мог бы и с тем парнем скопироваться, а не убивать его, и в этого не убивать. Ну ладно, раз уж я это один раз сделал. Окей. То есть сделаю это еще раз. Почему я не хочу за этим гражданином бежать? Совершенно причем. Так. Здесь мне не пройти явно. Блин, мне вроде как хочется... Окей. Вроде как хочется бегать с видом от первого лица, но как-то сыкотно. А особенно учитывая, что с фонариком особо не побегаешь. Ну. Даже батарейка очень быстро кончается. Ну как-то уж чересчур быстро. Окей, пацаны, вам, по-моему, не повезло чутка. If anyone can hear me, I'd advise you to look for a different way out, because it looks like I'm well and totally fucked here. О, патроны. И, короче, блин, у меня есть стойкое подозрение, опять же, что с помощью револьвера парням нужно именно сшибать башку, потому что без сшибания башки... Блядь, сука. Без шибания башки... Бляш! Я в него садил обоим, наверное, 5. И он на это как-то не очень сильно обратил внимание. А вот без башки он дохнет относительно быстро. Да, бляха, муха, хер попадет. Борис Бритва, очередной. Слышишь? Окей. Чё это ты? От испуга, что ли, умер? Блин, короче говоря, у меня есть... Я думаю, что мне придется потратить такое безумное количество патронов, что просто писец. Если уж на самых слабых врагов столько патронов расходуется, где-то тут я видел, вот, бутылку к зомби, мама. То сколько ж на толстых дядек потребуется, типа боссов, например, которые здесь наверняка, ну, есть, я уверен, почему-то. Примерно на 146%, что боссы здесь бывают. С ножа-то они, конечно, гораздо быстрее почему-то умирают. Нахер, Джим? Это, конечно. Где ты, сука? Правда, с ножа и в рукопашке, ну, в этом режиме не очень удобно меситься. Упс. Как бы, ну, с видом из... от первого лица. В таком режиме, конечно, с ножом гораздо проще. А с револьвером, в свою очередь, проще уже в другом режиме. Так, ну, парни, вы, если все-таки хотите мне сказать, что сейвиться нужно в каких-то специфических местах, то намекните, где. Потому что, ну, я как-то ожидал, что сейв... будет происходить.
что вы хотите мне этим сказать? Что мне надо валить отсюда? Вот что они мне хотят сказать. Окей, фак, мой мозг. Ага, ты мне сам помог. Ну, спасибо, парниша. А ты какой-то более жирный. Да у меня нахер с одного удара убил. Прикололись, парни. Ну, спасибо, чекпоинт, ты что, живой? Так вот, если сохранить... Это я уже видел, спасибо большое. Если сохраняться нельзя, именно они рассчитывают на то, что я чекпоинтами должен все это пройти, то... Возникает специфически один вопрос, какого хрена? Ну, то есть тогда... При таком раскладе я просто не смогу игру вообще пройти физически. Я же не буду ее каждый раз, когда мне надо записать видосик. Не буду же я ее типа заново проходить без затей. Тем более она наверняка не такая, чтобы и короткая. Ну то есть не факт, что она прямо длинная, но я думаю часов 8 в ней есть, скорее всего. Пошли вы нахер, пацаны. Успокойся, ребят. По очереди. Больно, блин, между прочим. Чисто так, я вам скажу, блин, по секрету. Файт. Ну, конечно. Ты классный парень. И сейчас я все свои залечки потрачу, потому что они вот столько восстанавливают. Милипиздрюльку. Я не имел в виду закрывать дверь. Я имел в виду... Да. Сожрать еще больше аптечек. Супер. Ну, я не могу сказать, что аптечек как бы мало, колес этих, валяется в игре. Но такими темпами мне их явно не хватит. Блять, я все время забываю, что это сука там. А, ну да. Пошел ты. Вот супер вообще классный парень. Ну да. А когда их двое, вообще становится грустно и печально. А я могу как-то блокировать, видимо, да? Мне об этом, наверное, даже что-то говорили. Потому что они-то могут, а как это делать, хер его знает. Может посмотреть? Ну да. Сейчас оно будет немножко тормозить, конечно же. Тяжко. Что-то мне сыкотно становится насчет импосиб, бля. Похоже, что нельзя блокать. А какого хрена? И можно, а мне нельзя? Почему так? Я не согласен с такой постановкой вопроса. Я так понимаю, если бы я этого парня спас, то газа бы не было. Да, этот явно какой-то другой, помощнее парниша. Ну давай, ёба, чё ты там тупишь? Мне надо уходить уже. В темпе вальса. Спасибо. Шикарная композиция. Не сыкотно. А, блядь, а их двое. Фак. Чё я там, куда я там застреваю вообще? А может мне от них убежать надо в натуре? Ну, мало ли. Попробовать-то можно. А чем мне с ними в натуре драться-то? Только пока что, ну, сейф, где? Сейф. Это не он? Томми Ган, ну спасибо большое. Тихо, пацаны. Это что это? Это свет? Да, это свет. А сохраняться как так? А, в чистом... А, ёп! А я уже привык, что... Вот дурак. Ха. Ну, спасибо, что живой. А с quick save есть, нет? Нет? Do it! Fucking do it! Just fucking kill me! Хм.
Это мне кажется, или я просрал херву кучу геймплея только что? Потому что видео не записывалось. Прелестно. Ладно, потом посмотрим, на каком месте я запоролся. Что за фейлы? Тогда хрен узнает, видел я это уже или нет. Не знаю. Я не знаю, на каком месте и почему прекратилась запись на самом деле. Шикарно. Как ты по мне попал, родное сердце? Расскажи-ка мне. А умри-ка в огне моей ненависти. Молодец, в попы канадец. Че за херня, почему запись-то прекратилась? Ну вот что такое, блин? Где эта сука? Здоровенькие булы, пацаны. И почему звук иногда пропадает? Вот это не вполне понятно. Ну ладно, на случай, если это пропало, скажу еще раз. Было бы неразумно не пользоваться берсерком, даже если это ведет к плохой концовке. Парень, я тут как? Сука. Да ладно, блин. Нашел. Ух ты, еб. А ты откуда взялся? Сюда, сука. Выходи по одному, блин. По одному и сказал. Следующий. Давай, до свидания. Угадал один такой, блин. Падла. Блин, а... Фак. Я теперь не знаю, не сколько я записываю по времени вообще. Какого хрена? Что это было? Почему? А, я дебил. Когда я проверял, есть ли автосейф или нету, наверное, блин. Я нажал F9, как дурак, блин. Точно, блин. А открыть можно? Видимо, нет. Да кто там? Хватит топать. На кой хер я могу уничтожить эти доски? Не знаю. My soul left me alone in here. А ты кто? Так, что мне надо сделать? Ага, я понял. Я понял. Ну. А, вот эту. Прелестно. Сейчас кто-нибудь выскочит на меня. Что? Кто? Ты-то кто вообще? Ты чьих будешь? И что мне делать? Кроме как не нажимать, сука, F9. И просирать минут 15 геймплея, блин. Просто не за... А, взорвать? Okay. Логично. Определенно логично. Окей. Что? Чему в этом? Что-то у вас тут какие-то неправильные штуки капают с потолка. Буль-буль-буль. Ну, а на случай, если и это тоже просралось,
повторюсь. Странно, что таблетки никакого эффекта не оказывают на главного героя. Понимаю, это надо отодвинуть. Учитывая количество, в котором я их сжираю. Да, я бы сейчас, кстати, пожрал бы. Так-то, если подумать. Фонарик? Фонарик, конечно, говно. А ты сюда пройти-то можешь? Ну, в смысле, что он светит вокруг только меня, ну. Чуть-чуть. Ты где там? Че он сдох-то? От сердечного приступа? Окей, я понял. Это мы взорвем. А это мы разрушим. Кто сказал мяу? Шабарана. Сука, ты тупая. Ты сейчас за это ответишь, падла. Пол энергии мне снял. За хер собачий. Что происходит? Что происходит? Что это за херня? Да вы говна поели. Вас еще побольше там могло быть? Иди ты нахер, блин. А, или чекпоинт мог бы быть поближе где-нибудь? Чего их так мало-то? Ес, блин, еба, ОБХС. Чё я здесь-то? Я же сохранялся, я ничего не понимаю. Почему я здесь теперь? What the fuck? Это когда было-то вообще? Хер его кучу времени назад. Я... Очевидно, я что-то не понимаю. Пошел в жопу. Да-да, я знал, что ты уже здесь. Козлина. Умри в огне моей ненависти, падла. Хватит скакать в город. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да ё-моё, блин. Не хочешь ли ты сдохнуть? Вы оба. Давай, до свидания. Что-то врагов категорически слишком много. Замечу я вам так. По секрету. И в каком это... А, ну это как раз перед самым чекпоинтом. Отличная ситуация вообще. Супер просто. Не, ну ладно, повторим маневр. Я попробую сохраниться, типа, на разные сейвы сохраняться. Блин. Кто? Что? Очевидно, один... Если сохраняться на один и тот же сейв, то оно не работает. Пошёл ты в жопу. Пошли оба в жопу. Ну и сколько вас? Много-много! Умри, сука, в огне моей ненависти! Ты тоже! Где большой? Где здоровый? Не знаю, где ты здесь, вот.
Да сколько у вас там, ё-моё? Ну все, надо трансформироваться, иначе мне жопецкий. Отлично, у меня ни здоровья, ни хера нет. Супер. А пошел ты в жопу. Давай застревать только не будем. Нигде. Как же вас... Какой же говёный фонарик всё-таки, а? США барана. Тоже нет аптечек ни хера. Патроны тоже кончаются. Раги нету. А здесь что? А, здесь эта херня. Здесь, по-моему, были таблетки. Блясно. А как-то побыстрее можно переключаться на пистолет? Ну, может, кнопки какие-то? А, пистолет от троечка. Okay. No, это я уже тоже видел, спасибо большое. Daddy, no! Что у вас вообще происходит? Таблетки, эй. А, ага, все, я понял. Я вспомнил, где я нахожусь и что вообще происходит. Это вообще тотально фейловая, блин. Фейловая серия получилась. Ну ладно, это я... Да успокойся уже, хватит толкать его. Я списываю это на старость игры, скажем так. Да, ну здесь я уже всех зачистил. А почему... Окей, ладно, неважно. Здесь я уже всех зачистил. Как это работает? А как мне выбрать что-нибудь другое? А хер его знает. Где флешбенги? Не надо... Где флешбенги, а? А хотя, да какая... В общем-то, нахер разница. Все равно я никогда в жизни пользоваться не буду, как обычно это со мной бывает. Прелестно. Зачем двойная защита здесь? Не знаю. Понятия не имею. Но, видимо, чтобы скрыть то, что скрыто. Ага, все понял. Кольцевая догадался, что ли? И куда? Куда идти? Нам с пятачком. Почему-то вот этот пожарный шланг, он мне очень сильно напоминает таковой, но который можно включить. Ага, я все понял. Обратно. Но он не включается при этом. Нет. Так нет. They're spies for the Nazis. They're a threat to our security. Am I supposed to ignore? This prison is my command. I am God here. You will follow my orders. Окей. Какие нацисты уже? При чем тут нацисты? Хрен его разбери, попробуй. При чем тут нацисты? Неизвестно. Seems you are like me. You know just as good as I do. A crime of passion ain't no crime at all. Ты кто? Я его знает, кто это. То ли начальник, то ли не начальник тюрьмы. Ну, крысы просто так бежать не будут. О, да это не как автоматом. Прелестно. А и более пожилой модели автомата вы не могли, ну... Ага, кольцевая. Еще раз догадался, Штирлиц. Ух ты, заначка. Как олдскульно. А здесь у нас что? У меня такое ощущение, что... Что Sensitivity не снизилось. После того, как... Точнее, после того, как я загрузился, оно... Да нет, вроде, странно. Чё так быстро-то?
Окей. Ну, спасибо, я уже догадаюсь, как по лестнице лазать. Я надеюсь. Шикарная композиция. Хер его знает, сколько я снимаю на текущий момент. Но, учитывая количество фейлов, я, пожалуй, скажу, что на сегодня все. Хватит фейлить. А то дальше еще хуже будет. Надо что-то делать. Выпить, может. Может, поможет. Не знаю. В общем, ладно. На сегодня все. Шарьте, лайкайте видео. Оставляйте ваш фидбэк. Хотя, что тут шарить? Что тут лайкать? Фейлер тупорылый, блин. Оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений. А наша секция для комментов внизу. Как я это синхронизировать буду? Хер его знает, блин. Я там на камеру хер его кучу наговорил, блин. Сам с собой разговаривал и сам с собой играл, блин. Потому что не видел, что у меня запись закончилась. Ну, неважно. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.